6 октября, 21.07. Добрый вечер, джентльмены. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы находимся в городе Севастополь, Золотая Балка, Бухта, и все здесь находится. Балаклава, пожалуйста, вашему вниманию представляется праздничное открытие. Сабраш. Если бы. Но нет. Вау. Спасибо. Празднично. Я бы с натяжкой называл. У тебя есть шанс открыть свое. Сходи купи. Откроешь. Ах, да, деньги-то у меня. Поднимем. Прекрасные бокалы. Давай. Прекрасные. До встречи. Мы очень сожалеем, что вы не с нами. Кто именно? Ну, кто будет смотреть персонально. Все мои подписчики. Именно ты мог быть с нами. За место него. National Geographic. National Geographic. Мы нашли... Что у тебя такое? Я думал с собой. Это был капитан Дебил. Знаешь, какую музыку? Кофе машин. Давай, сейчас. Через колонку. Пропаганда. Машине. Сейчас, все, я нашел. Пропаганда машины Пайсор Кофе. Ты не качаешь? А? Нет игры. Я не верю. Чё? Я не верю. Не веришь? Метод Станиславского. Я не верю твоей игре. Тебя не качает на самом деле. Ща Дэн бахнет, он раскачает этот танцпол. Наваливай на все. Бля, Дэн, качай, хули ты не качаешь. Дэн, давай вебьем. Ебал. Ты как будто чига не исполнял, блядь. Ты ебал, ты можешь потухнуть, но надо. Другое дело, да? Я тут заплял. А вы что, получается, туристы, да? Мы, получается, на экскурсию. Да? Серьезно? Формируемся. Мы группа. Да. Вы в группу сформировались? Ха-ха, сейчас будет ловить. Давай заново, Тури. Давай. Вы что, турист? Мы? Нет. Че стоишь? Тебя ждем. Ты же гид? Да, он говорит, ты ж гид. Ты ж гид. Ты ж гид. Те ключики. У тебя Жигули. А, ты видео снимаешь? Актерская такси. А? Ну, пузан, конечно, у тебя же... Пошел ты. Кстати, это ключики от машинки. Пип-пип, ёпта. Бибик? Нет, нельзя. Ну, бля, людей напугаю. Ну, иди нахер. Пип. Хотел без полета. Надо было тапочки кинуть. Вот, зачем ты нарушаешь мою утреннюю идиллию?
У тебя что, как это называется? Медитация? Да. Парк, кофеёчек, прекрасный вид. Ну ладно. Извиняюсь. Доброе утро. А? Давай, а Влад, не тут не важно. Откачивалась морская вода, приподнимался мост, но как вправо, так и влево, то есть повернулся. И вот в полуподвижном состоянии, рука вверх, получается, сюда подводные лодки могли заходить. А ты про этот, Сереж, вот здесь говорил? Около этой горы залит бетоном, получается, это гора выйти. Добрый вечер. Добрый вечер. Вечер? Добрый вечер. Еще нет. Вечер тоже будет добрый. Извините. Там прям большой, ну не такой прям большой, чтобы весь рост стать. Ну, короче, сам тебе, конечно, наверное, все. Ждешь когда? Йоу, нигеры! Здесь сахар остаточный 20-25 грамм, в отличие от бутылки 7-9, да? 20-25 грамм остаточного сахара на литр нашего фризанта. И делаем мы его совершенно другой технологией. Для того, чтобы запустить вторичную ферментацию фризанта, мы добавляем не дозажный литр сахара, на сорта винограда, видите, уже цвет один чего стоит, да, вот этот замечательный такой, насыщенный, цветовая гамма. Вы еще потом возьмите бокал и на солнышко посмотрите. Это прям рубиновый цвет, прям как камень драгоценный рубин. Очень такой, да, глубокий, очень насыщенный, нежный, приятный. Давай сальто. Ты придумаешь, она уже сгибает. Притормози, пожалуйста. Сега, расслабься. Я получаю удовольствие. Ну, лишь бы ты башкой не воткнулся. Сергей Ильин, Севастополь, привет, Севастополь, все умнички, тару держать. Раиса, Дорохина, Алыша, дорогая, благодарю. Все окна подол. Кто выдумал с России зимой, о, белые розы, спасибо. И миру потише стоким. Камера трясящаяся. О, можешь виноград заснять на тракторе. Как монахи, да. Что делать? Мы накидываем на камень. Чем? Что, Дэн, пора рубрики перерезаем через забор с Денисом Ушковым. Каких заборов я еще не убрал?
перелезаем через заборы. Это видеоблог. Давай, маги. Ты не упади. Облака бомба, конечно. Ну что, Дэн, экстрим? Да, прикольно. Не обосрался? Даже страшно. Обкрикался? Чуть-чуть. Так, с подливочкой, да? На, кинь в ответ. А, давай. В объектив. У него туда полезли. Открывай давай тут. Потом уже. А, нет. Салфет. 2 октября 21 года. Смерть всему Донбассу. 10-е. Продержалось 3 дня. Быть Россией. Одесса станет Россией. Часть России. Это квест. Хочу с СНГ присоединить с Россией. Охеренный удар. Нормально, выбей. Avec leur trémolo, balayé pour toujours.
zéro. Ça compte.